капитальный ремонт этого детского сада продиктован временем, старому зданию более полувека. Поэтому было принято решение снести его и на этом же месте возвести новое дошкольное учреждение. Сегодня здание уже обретает первые очертания. Строители возводят стены и потолки на третьем этаже. Первый и второй уровни уже готовы. Все монолитные работы строители планируют завершить к середине апреля. И начинаем параллельно делать работы по возведению и прокладке инженерных сетей. В начале лета будет благоустройство. Малые формы, веранды, дороги. Все по плану, у нас график стабильно. Ежедневно на объекте трудятся 25 человек. Задействовано 3 единицы техники. Заведующая Юлия Ишкова рассказывает, замечаний к строителям нет. Масштабное преображение стартовало в феврале 2023-го, а финиширует осенью этого года. Этого события уже сегодня с нетерпением ждут ребята и их родители. Мы очень хотим открыться и запустить сюда ребят, которые тоже очень ждут новое здание, очень хотят прийти. Вы же поймите, для детей новые кроватки, новые игрушки, новая посуда, все новое, все интересно. Естественно, и родители задают вопросы, и дети интересуются, когда, когда, когда. Обновленное здание будет кардинально отличаться от старого. Самое главное, детский сад должен стать современным и просторным. Вместимость дошкольного учреждения увеличится на 100 мест. Теперь здесь смогут одновременно находиться 320 воспитанников. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.